Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. Хочу напомнить, что 30 апреля 2021 года заканчивается прием заявок на фотоконкурс Nikon Small World. Организатор компания Nikon к участию приглашается все желающие, принимаются фотографии, сделанные с помощью микроскопа. Я знаю, что некоторые из вас занимаются наукой и наверняка делают фотографии с помощью микроскопа. Участники не ограничены в выборе темы, тема может быть любой, а также техники съемки световым микроскопом, кроме макросъемки. Каждый участник может представить на конкурс до 3 работ. Работы, победившие в иных конкурсах, к рассмотрению не принимаются, поэтому будьте внимательны. Заявка и работы подаются через официальный сайт, и Nikon награждает серьезными призами победителей конкурса. За первое место $3000, за второе $2000, а за третье $1000. Также есть четвертое, пятое, шестое место. И даже победители с 7 по 10 все получат денежный приз. Также присуждаются поощрительные премии в размере $100. Пробуйте, участвуйте, побеждайте, несите прекрасное в мир. Жду ваших побед.